А что такое любить по-настоящему? По-настоящему – это быть верным. По-настоящему – это никогда не предавать. Можно даже забыть про гордость, но предательство нельзя прощать. Мы все влюбляемся порой, мы бываем счастливы, мы все бросаемся словами, что так прекрасно звучат из уст без любви, но с пылкой страстью обещаем рядом быть, но не держим слов. Нет причины позвонить ее, назвать ласково, нет причины отвечать, а все звонки сбрасывать. А чтобы ее увидеть, ты дожидался праздников, и разве так ты себе представлял любовь? А после ссоры сразу ищешь себе другую, говоришь, что ненавидишь, а сам ревнуешь, говоришь, что все забудешь, вспоминать не будешь, а ночь без сна, считаешь дни, что без нее проводил с другими, совсем с чужими дамами, но думал все равно о ней. Такая правда, сжигал все фотографии, что стояли в рамке, а я не знал, что любовь может так сильно ранить. По-настоящему любить – это быть верным. По-настоящему любить – это не предавать. По-настоящему любить – это когда веришь, когда с ней делишь свою жизнь, а не кровать. По-настоящему любить порой бывает больно, от этой боли нет лекарств и даже нет врача. Можно многое простить, забыв про гордость, но есть правило, предательство нельзя прощать. Все о любви кричат, о чувствах, да что ж там, любить вечно обещают, а ложь про верность. Любовь то, что в сердце есть, а не на устах. Любимым людям не ищут никогда замену. Любить можно, не сказав ни слова вслух, обидеть можно одним даже пустым взглядом. После расставания ты не враг, не друг, а эту боль на душе порой так трудно спрятать. Одно сердце, один любимый человек. Если человека нет, значит, сердца нет. Так скажите мне, зачем топить все в алкоголе? Вам это не поможет, а вашу боль удвоит. Так скажите мне, зачем ценить после потери? Зачем обещать ей то, в то, что сам не веришь? Зачем обещать быть рядом, если не намерен? Дарите счастье, задумайся хоть на мгновение. По-настоящему любить – это быть верным. По-настоящему любить – это не предавать. По-настоящему любить – это когда веришь, когда с ней делишь свою жизнь, а не кровать. По-настоящему любить порой бывает больно, от этой боли нет лекарств и даже нет врача. Можно многое простить, забыв про гордость, но есть правило, предательство нельзя прощать. По-настоящему любить – это быть верным. По-настоящему любить – это не предавать. По-настоящему любить – это когда веришь, когда с ней делишь свою жизнь, а не кровать. По-настоящему любить порой бывает больно, от этой боли нет лекарств и даже нет врача. Можно многое простить, забыв про гордость, но есть правило, предательство нельзя прощать.